Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Курпатов, и вот уже 25 лет я занимаюсь изучением психологии человека, тем, как работает его мозг и что такое наше с вами мышление. Мышление человека – это и в самом деле загадка. А как научиться мыслить эффективнее – и вовсе задача со звездочкой. Но, к счастью, современные методы исследования мозга позволили нам многое понять об истинной природе мышления. И я бы хотел с вами этими знаниями поделиться. В конце концов, мы же с вами постоянно решаем интеллектуальные задачи, своего рода интеллектуальные квесты даже. Например, размышляем над тем, как получить повышение на работе или развить свой бизнес, как наладить отношения с близкими людьми, куда пойти учиться, чтобы остаться востребованным в кризис, да и вообще в новом технологическом будущем. Наконец, кто-то думает над тем, как написать книгу или сценарий, кто-то планирует развиваться в области искусства и креатива. Кому-то предстоит большой проект, а кому-то нужно найти новые решения старых проблем, которые никак не решаются и зашли в тупик. Создав факт-карту, пользуясь нашей технологией, вы будете знать, что вам следует делать и как. Если раньше я думал, что мне такого сделать, то теперь я смотрю на эту карту и думаю, ого, нифига себе, сколько всего надо делать. Все, что мы прописали, все это у меня в голове вроде как имеется. Но вот фокус расставлен совсем иначе, и это для меня новое. Это чудо. То, что часто произошло, это просто чудо. Факт-карты это инструмент и очень полезный. Но главное уметь им пользоваться. Следующий шаг – внимательнее буду к своей жизни. Сегодня я стал эффективнее и, возможно, дороже. С факт-картами вы перестанете бояться сложных, масштабных и креативных задач. Почувствуете себя способными сориентироваться в любой ситуации и испытаете азарт от поиска оптимальных решений. Так что я с удовольствием приглашаю вас освоить этот наиважнейший скилл современного человека на практике. В рамках шестинедельного онлайн-курса «Факт-карты» вас ждет теория – самое главное о том, как мозг создает мысли и принимает решения. 12 практических кейсов – это реальные истории героев, решенные на ваших глазах с помощью «Факт-карт». Инструкции по составлению факт-карт, комплекс лайфхаков и полезных советов. Прямые эфиры с авторами курса, ответы на ваши вопросы и разбор сложных моментов. Домашние задания, возможность решить собственные задачи прямо во время курса. Наконец, обратная связь и поддержка. Кураторы курса помогут вам разобраться в инструменте и добиться желаемого. Курс «Факт-карты» – самая полезная привычка для вашего мозга. Блин, это вообще, я даже не знаю, что сказать, это прям взрыв мозга.